Так что все готовьтесь, полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот Санто-Доминго отрубило свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травма-тим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. А Пасифика... Ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты.
Когда я приехала, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнила. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Проверим, что получилось. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержу? До Найт-Сити доеду, а там уже что-нибудь придумаю. Ну да. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Она тут пару часов как. Я думал, она к тебе заезжала. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехала, выпить с ним чашечку кофе. Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышала, наверное? Да нет, не случалось. Последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да?
Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда. Нечего. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? То есть вы тоже верите всему, что говорят по телеку? Типа кочевники — главное зло этого мира. Нет. Просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок. И я не хочу, чтобы его нарушали. То есть корпораты вам платят, а вы у них как пес на цепи? Ага. И если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь одна. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собиралась тут поселиться навсегда? Я по дороге видела передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Я же сказала, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Thank you.
Привет. Прием. Прием. А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рада тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут связи никакой. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехала на место встречи? Ну да, конечно. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Так-с. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. О, спасибо, Вилли, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше.